соревнования проходят в преддверии двух крупных спортивных соревнований. Это у нас чемпионат России по короткой воде в городе Краснодар и международные старты. Наши пловцы очень достойно выступают на различных соревнованиях, в том числе и самых высоких уровней. Наши результаты говорят о многом. 20% наших пловцов состоят в сборных командах Российской Федерации по видам спорта. Это у нас спорт лиц с индивидуальными нарушениями и спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Мы видим такой очень красивый бассейн, где созданы все условия для занятия спортом, для занятия инвалидов именно. И у нас благодаря этому растут и результаты, и появляется новое талантливое поколение, которым сейчас вот им по 10-13 лет, но следующая Олимпиада – это их Олимпиада. Прекрасное настроение. Здесь проходят замечательные соревнования. В данном бассейне созданы все условия, чтобы показывать хорошие результаты и хорошо выступать. Сегодня я была по лучшему результату. У меня все хорошо. Мне нравится выступать на этих соревнованиях, потому что прекрасный бассейн, теплый. Есть все возможности, чтобы улучшать результаты. Сегодня получился очень хороший, быстрый старт на 100 спине. Динамичный, быстрый, мне понравилось.